Доброе время суток, уважаемые любители вышивки. С этим сюжетом я участвую в совместном проекте «Весеннее настроение», которое организовала Инесса. Ни разу не пробовала на льне. Ну вот, решилась и попробовала. Впечатления у меня самые замечательные, конечно. Этот сюжетик от Риолис «Сотвори сама». Размерчиком от 30 на 21. Истинно весенний сюжет такой. Всего лишь тут вот на этой картинке как бы три раскрытых одуванчика, три желтеньких одуванчика, да? Остальное все уже парашютики, и улетают эти парашютики от нас. И вот что значит вот этих три солнечных желтеньких цветочка. Как они оживляют именно этот сюжет. Вы посмотрите, какая прелесть получается. Я вышила на сегодня только один цветочек, и то он получился, если вот кто присмотрится, да, вы видите, какой цветочек с улыбочкой. Так интересно, я вначале не заметила, когда 1 апреля просто делала фотографию подружке, отправляла по там Виберу, да, и увидела, что цветочек улыбается, так здорово. Эта работа, конечно, мятая, потому что я на пяльцах вышиваю и закрепляю еще вот такими зажимчиками, конечно, она мятая, но это рабочий процесс, вы понимаете, что это такое. Вот. Посмотрите, даже здесь вот как получаются вот эти вот парашютики, я их так называю, так мне нравится их называть, вот тоже как бы такими мордочками цветочки, так интересно, и листочки получаются такие, как живые. Вот такую часть всего лишь я вышила, это немного, конечно, это мой первый отчет. Вышивка эта хорошее мне настроение приносит, вышивается она легко, очень так гладенько идет. Вышивальных дней у меня было немного, здесь я начала вышивать 11 марта, все как полагается. Прослушала Оксану Дерезу, где она там в видео рассказывала, какие благоприятные дни для начала вышивки. И вот это я как бы воспользовалась таким советом. Вот схема вот такая на лощеном листочке, на двух листах. Ну, на сегодня вот общий вид вот такой. Вышила я на сегодня вот столечко. Вот столечко. Вышивать особенно как бы не было у меня времени, вот в марте особенно. Я как-то уже рассказывала в одном из видео, что я участвую еще и в художественной самодеятельности. Я пою в двух хорах, поэтому были подготовки, усиленные подготовки к ежегодным отчетным концертам. И времени у меня практически не было. Урывками только вырывала, вот урывками находила время по несколько, там, ну не минут, ну скажем часик-два. Сидела и вышивала. Вот организация моя совсем простая. На таком органайзере. Органайзер дубко. Заплела я косичку вот такую. Видите, какая веселенькая косичка получилась. Что такое вот, значит, желтый и зеленый цвет? Зеленый цвет это вот прям цвет жизни, наверное. Зелень всегда же нас как-то подбадривает, радует. Даже та же зеленая травка, и то в душе светлее и теплее становится. У нас еще до весны, конечно, до такой открытой еще далековато. Я имею в виду в Нижневартовске, потому что дни весенние, конечно, солнышко выглядывает, но не до такой степени. У нас еще лежит снег, тем более сейчас еще ухудшение погодных условий. МЧС даже прислали нам смс-ку по телефону, разослали с предупреждением о каких-то климатических там небольших изменениях, то ветер, то снег, то еще что-то. Вот сегодня 2 апреля. Сегодня 2 апреля, и вот такую прелесть я вам хотела сегодня показать, отчитаться. Вот мой первый отчет. Вот. В общем-то, получается очень даже неплохо. Но на льне это мои особые впечатления. Мне очень понравилось. Я, конечно, теперь буду стремиться и выбирать наборы. Ну, я так думаю, что наборов, наверное, и нет на льне. Мало очень. Ну, буду просто отдельно покупать эту ткань и вышивать.
Очень понравилось. Я где-то и пыталась даже в два прокола вот здесь на маленьких пяльцах вышивала, крутила и направо, и вправо, и влево это. И вот даже, по-моему, заметно, где вот два прокола, там получается совершенно по-другому даже ложатся эти крестики. Ну вот, мои хорошие, спасибо большое, что были со мной. Спасибо, что разделили мою радостный такой момент. Вот, полюбоваться своей вышивкой. Вот, вроде как-то так невзрачно. Я посмотрела так на сам сюжетик. А вот видите, какая красота получается. Вот так. Все, всего вам доброго желаю. До новых встреч. Пока-пока. До свидания. Thank you.